Теперь лучше? То мутно что-то, да? Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Мы поедем на природу, на Иловлю, а наши друзья уже там, и они нас ждут. В общем, смотрите, как мы отдыхаем. И приятного вам, друзья, просмотра. Уже немного палаток даже расставлено. Не все еще прибыли, но все, кто прибыли, уже многие расположились. Так что мы наконец-то отдыхаем. И кому интересно, как мы отдыхаем, оставайтесь с нами и приятного вам просмотра. Наши дровосеки идут. Шалом. Самый главный дровосек, Лена, тебя запрягли. И пожалела об этом, да? Нет? Ой, Серег, ну тебе, как всегда, больше всех досталось. Улыбаемся и машем веточками, пожалуйста. Ой, подожди. Вот так у нас на природе моется посуда. А где наш? А, вот он наш. Это умываемся, водичка у нас тут. Ты что, просто так мне воду? Нет, я не просто так, я же тебе открыла. Везде экономия. Запасы родниковой воды. Ну и все, хлебушек, чай, сахар. Можем разделить на два. И всякие вкусняшки. Можем разделить на четыре, сколько будет? Пилим, режем, моем, купаемся. А тебе не говорили, что девочкам с ногтями надо сидеть в лимузинах, а не с пилой на природе? Ну я это тоже пилю. А, ну пили. Говори. Кому пилы не досталось, ломают руками. И будем разводить огонь. Пионерские костры. Слушай, дай Толику, посмотри, как он классно руками. Ему пила не нужна. А тут еще полдня мучиться будешь. Купающие вышли. Я не купался, я только ноги помыл. Стоило мараться, да. Встань туда. А там летом, блядь, это пойдет и все. Ой! Ну-ка. Не-не. Еще надо. Давай. Еще подпилить? Еще надо. Подломаю, давай. А знаешь, для чего? Вот когда было, все. К нам дрова все прибывает, прибывает. Сереж, а вы не видели Сашу? Он к вам с топором на машине поехал. Он мои дрова стащил, да. Он их не стащил. Я у него отбил. Ты пошел водичку щупать? Ты только не тони. Если что, пешком домой пешком пойдешь. По дну пешком. Нет, холодная вода. И это не полезно. Вода очень холодная. Прям аж ледяная. Больше ничего нет. Еще на улице холодно. Нет, я просто так сейчас. Ну ныряй, что ты стесняешься? Всем привет. Холодно. Вода холодная. Ну что там, маржи-то купаются? Я не морж, да. Я зимой не купаюсь. Ну это не зима. Что-то как... Ну не зима, но что-то прохладненько. Красота, мы отдыхаем на природе. У нас получается с корабля на бал. Наши все уже тут собрались на природе и все ждали только нас. Ну,
Маленький такой казанчик у нас. Да. Сиротский. Сиротский. Сереж, покажи его в своем объеме. Вот такой маленький казанчик. Слушай, на всю нашу большую семью хватит. Ева, ты что, боишься вниз, да? Боишься, что ты окажешься в этом казанчике? Вот так мирно, культурно мы отдыхаем. Сереж, ты поваром заделался? Коком. Коком. Точно, речка есть. Меня все смотрят, Саша. Один заведует дровами, другой заведует котлом. Вроде аккуратненько. А ты на берег не пойдешь? Пойду, только чуть позже. А сейчас куда, раков ловить? Сейчас пока, да, посмотреть хочу. Ты прям нырять будешь туда или руку... Ой, смотри, не знаю. Укусит. Укусит, не страшно. Ты думаешь? Конечно. Я его за это и съем. Все, ушел под воду. Одни бульбочки. Ладно. Ракушку? Нет, спасибо. Ну, как хотите. Нам раков надо. Фу. А ямки есть, да, норы? Ну, мало. Слушай, а вообще глубокие там норы? Нет. Нет? По локоть, да? Ну, нет. Где-то нет? Чуть меньше даже. А, ну тогда не страшно. Тогда как? Смотря, где он будет сидеть. Ясно. На водичке прям цветочки цветут. Че, всех раков съели, Толик? Поход делал, да. Вот 2 года назад был же. Были. Толик, а? Ева тебя спалила. Она съела. Она съела всех раков. Она засекла, что ты здесь. И пытается к тебе пробраться. Не стоит. Ева, иди сюда. Да, Евочка. Спасибо. Спасибо за доверие. Вы мне доверили такую. Маленький потом. Попозже, а то она сильно. Мы в конце туда помешаем 2-3 раза. Рассказывай, что у тебя это тут есть. Это паприка. Красная паприка. Сладкий копченый перец. Да. Это черный перец. Ясно. Что-то он какой-то серенький. Молодый, молодый. Нормально. Черный перец, а какой он, по-твоему, должен быть? Я шучу, Сереж. Это зира. Зира, да. Ну, а тут у меня закончился смесь перцев. А, молодец, молодец. И блюдо называется? Что ты сказал, да, как блюдо, как у тебя называется? Бабакет. Бабакет. Вот так, такого еще не слышали. Нет, не слышали. Короче, мы обжариваем по очереди все картошечку. Не рассказывай. Как это не это рассказывай. Секретный. А, Сереж, можно? Это секретно, весь интернет. Уже не секрет. Откуда взял его, из головы, что ли? А у нас будет секрет, мы что-нибудь добавим. А мы не скажем, что ты его с интернета взял. Это будет твое именное блюдо. И ты уже всегда готовишь. Мы не будем его называть как-то какой-то баб, бибикет. Казан-кебаб называется. Казан-кебаб. Нет, некрасиво. Сережина Серж... блюдо. Чисто национальное Серегино блюдо. Русское. Баб это вообще это. Да, какой-нибудь турецкое. Кебаб. Кебаб. Да. Обжариваем по чуть-чуточке. Так.
Еще чуть-чуть осталось. Она сырая еще. Я просто, да, она не должна быть сильно хорошо готовая. Ее только обжаривают в большом количестве масла. И обязательно надо пивком запить, да? А то не получится, да, Сереж? Само собой. Чем залить? Пивком залить. Пивком запить. А, запить, да. Запить. Запить. Накладываю мясо. Ах, как шварчит, как вкусно. Нельзя. Ну, лук я добавлю, но я добавлю уже в другое. Посолили, поперчили. Все специи добавили, водичку добавили и оставили томиться. Была крышка, вот, или вот крышка, это была? Да. И теперь и только русские так могут угли руками брать. Ну. А. Ну, Сереж. Ну сними, сними. Да пусть сними. Твои там. Мне твои руки жалко. Да? У меня их две. Картошечку закинули сверху. А что-то картошки мало осталось. А где еще одна? Было ж много картошки. Съели? Ну, будем мясом питаться. Все уплетают, сидят, у всех рот занят, и все жуют. В общем, это все, что осталось, ребят. Все так налетели, сразу покушали. Очень вкусно. Сергей молодец. Ну, это слово. Понятно. Что оно обозначает? Снечь в голове. Ну и что дальше с ними? Мимика. Сереж, помаши. Культурно отдыхаем. Вечерние посиделки возле костра. Им всегда слова остаются, да? Заметьте. Перед выборами. Это самое, ну, проводят там всякие акции. Голосование. Перед выборами, да. Акции проходят. Благотворительность. Нет, опрос. Нет. Вот, люди дебаты. Ходят и дебаты может быть. Агитаторы. Да. Агитатор? Агитатор. Наверное, да? Агитатор. Агитатор? Да, кто агитирует. А, ну он ходит, агитирует. Ну да. Кто следующий, Риш, ты? Нет, это вот когда тебе что-то там присылают. Катюш, это ты у нас такие вопросы задаешь? Да. Умница. Это когда тебе приходит что-то, там, например, в аварию. Повестка. Нет. Оповещение. Извещение. Призыв. Открытие. А дальше что? Призыв. Нет, нет, нет. В армию, еще что-нибудь. И ты военкомат? Нет. И ты что? Да. И ты там, например, принимаешь или отказываешь? А там, а в армии если приходит, ты не можешь отказаться, да? Это тебе повестка. Она сказала, не повестка. Нет. Ну, принять или отказаться можно. Присяга. Нет, присяги не отказываются, да?
Как? Заявка. Заявка? Не важно, важно, что отгадал. Да. Ну, обижайся. Ну, скажи еще, сам завтра поиграем. Че? Задумалась. Че задумалась? Два. Допельт. Пара. Пара, да. Два по-другому. Пара, ну. О, у рыбака есть. Удочка. Нет. Сачок. У рыбака в перфоратор вставляется. Крючок. Бур. 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 Бур это лунка. Да. Это зимние рыбалки. Королюша, а ты тогда, как и я, говоришь слово, они пусть называют как это. Самое, типа дрелью такой, дрин-дрин-дрин. Там сверло вставляется, и ты... Не сверло, там ножи вставляются. Ну, ножи, ты фигачишь. Помогать? Да, потому что я так знаю, что это, но я не знаю. Ё! Такой слово ю. Ну-ка расскажите, что там за ю. Иногда такое слово и не выразишь, как оно. Давайте по кругу пускайте. Белоруссия, что это такое? Белоруссия. Страна. Страна. Нет, по-другому. Республика. Да. Форма правления нужно говорить, да? О, какие умные. Дети откуда это знают? Правление. Да. Республика, монархия, то же самое, да? Да. Так, это промышленное производство. Как можно другими словами выразить это, сказать? Машиностроение. Нет, это вот где вот там вот делают что-то, не производят что-то. Завод, фабрика. Нет, фабрика. Нет. Конвейер. Нет. Предприятие. Да, примерно. Правильно. Да, примерно. Да, да. Предприятие. Ну как еще обозвать его, да? Как же называют? Почему на мне всегда заканчиваются слова? Все. Нет, я тоже переключала. Да? Я не переключал еще. Поехали. Начать. Ой, малыш. И карма. У кого пропеллер есть-то там? Нет, есть малыш худенький, а есть малыш прям в рифму малыш. Крепыш. Крепыш, правильно. Есть еще собака щенячьего патруля. Крепыш завод. Экскурсовод. Еще его называют. Да. Ну, это тут уже два человека или три сразу. Я легко, да? Пошло. Да. В драке что можно дать? По морде дать их, да? Что-то наподобие. По морде? Удар. Нет. Ответ? Он члену ростом. Сдача. Сдача. Вот, да, отпор. Как? Отпор? А я думала, ответочка. Ответ почти, ответочка. А вы заметили, что все лбы чешут? И как она пелась? Громко. Ой, золотая. Русь? Нет. Ой, кудрявый лен. Я так не знаю, какое слово я пропустил. Я в тебя влюблен. Ой. Золотая кто? Рожь. Синица. Рожь, да? Ну, это, можно сказать, злаки просто. Да, злаки. Наше утро начинается. Зарядка у меня садится. Поэтому, дорогие друзья, кому понравился наш отдых, не забываем ставить пальчики вверх, подписываться на наш канал. Всем пока и до новых встреч!